Раз, два, три, и нажимаем в звонок. Это дьявол? Или что, господи? Он вообще в порядке? Он на меня рычит. Чё творим, про меня зовут Серхио Несибро. Сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь кто не с нами, тут под нами. Я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Самую лучшую банду на ютубе, между прочим. Так вот, про сегодня у нас с тобой непростое видео. Ведь я подумал, что никто никогда не звонил в ад через видеозвонок. Все почему-то обычно звонят через обычный номер, 3 шестерки, и все. Все, никто не берет трубку, никто никогда не отвечает. Но что, если позвонить через видеозвонок? А через видеозвонок никто не звонит, потому что в телефоне нету такой функции. В обычном наборе телефона через сим-карту невозможно позвонить через видеозвонок, только используя какой-то мессенджер. Но, бро, это же я, у меня есть китайский телефон, у которого есть такая функция, как ни странно, позвонить через видеозвонок. Если честно, я был удивлен, когда это заметил. И сегодня, банда, я хочу попробовать позвонить через видеозвонок в ад на 3 шестерки или же какой-то еще номер, который связан с адом. И мне нереально интересно, ли кто-то мне ответит там, когда я буду звонить. Через видеозвонок. Вы только представьте, если вдруг кто-то ответит. Если честно, это какой-то бред. Но только на секундочку представьте, что это будет, когда мне ответят через видеозвонок. И да, Суприм-банда, вам не послышалось. Сегодня, именно сегодня мы будем звонить в ад через видеозвонок. Вот из этого телефона. Я думаю, вы все видели этот телефон ранее в моих видео. Но никто не знает, что это телефон подделка и он китайский. Так вот, в этом телефоне есть одна такая функция, которая позволяет позвонить через видеозвонок. Мы, к примеру, берем любой номер, к примеру, вот Настя. К примеру, смотрите, мы набираем вот так вот номер, нажимаем сюда. И у нас открывается возможность позвонить через видеозвонок. Как бы это называется, подключить видеозвонок, подключить камеру. Но есть одна проблема, в этом телефоне нету вебки, нету передней камеры, есть только задняя. Именно поэтому меня не смогут видеть, но меня могут слышать. Я уже так рассказываю, как будто мы 100% позвоним в ад и там возьму трубку. Как по мне, это обычный бред. Окей, банда, ну для начала мы позвоним на обычный номер в ад. Не через видеозвонок, а через обычный. Мы проверим это, на 3 шестерки сейчас мы позвоним. Смотрите, я набираю. 1, 2, 3. И нажимаем в звонок. Ничего не происходит, нету никакого звонка в ад, потому что ада не существует, этого номера не существует. И это все бредни, как говорят другие, но мы сейчас это проверим. Окей, это лишь один из номеров в ад, давайте попробуем еще нажать 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Звоним. Все равно ничего не происходит, нету, это не работает. Но есть одно но, в этом телефоне нету сим-карты. А как говорится, у ад и рай мы можем позвонить как бы, как и в больницу, как и в полицию. Поэтому сим-карта здесь не обязательно, как говорилось. А возможно и обязательно, но в этом телефоне нету сим-карт. Окей, банда, тупо ничего не происходит, просто невозможно дозвониться в ад. Либо он конкретно занят, хотя это странно. Обычно у всех блогеров получается позвонить в ад. Почему у меня не получается, никто просто не берет трубку. Вот так еще попробуем. Ничего не работает, это не работает, это прям скажу так, я никогда, просто никогда раньше не звонил в ад, я не знаю, как это должно работать. Возможно, мне сейчас должны вообще перезвонить с него. Окей, банда, я уже не знаю, что мне делать, ну серьезно, смотрите, набираю 3 шестерки, звоню. И просто ничего не происходит, я реально без понятия. Окей, банда, и остается лишь одно, это реально позвонить на 3 шестерки и нажать быстро, быстро нажать и выбрать видеозвонок. Видели только что, я не успел, смотрите, показываю, нажимаю 3 шестерки, нажимаю. Я не успеваю просто, я просто не успеваю. Окей, нужно как-то быстро позвонить и быстро успеть нажать на те 3 точки и выбрать видеозвонок. Если честно, я в шоке, что мне повезло взять этот телефон, потому что я даже и подозревал раньше, что здесь есть такая функция, и я очень удивлен. Окей, а что если нужно дождаться 3 часов ночи, только тогда я смогу связаться с адом. Сейчас 12 часов дня, нам нужно дождаться 3 часа ночи, нам еще сколько ждать, и только тогда мы попробуем позвонить в ад. Возможно, нужно ждать реально 3 часа ночи. Окей, Суприм-банда, если честно, мне было просто жестко тяжело ждать 3 часов ночи, потому что это было больше 13 часов нужно было ждать. Я занимался своими делами, но вот сейчас уже 3 часа ночи. 2:58, без 2 минут 3, даже уже без 1 минуты 3 часа ночи. Еще совсем чуть-чуть, и мы уже будем звонить в ад через видеозвонок. И если честно, банда, мне реально не по себе. Меня только спасает софтбокс, что он сильно меня освещает. Так бы здесь все было темно, и вы бы точно меня не увидели. Не знаю почему, но когда время начало доходить до того, чтобы звонить в ад, мне стало нереально страшно, меня начали... дрожать руки. Я не знаю, ли это связано с этим. Так, конечно, это связано с этим, в смысле. Итак, Суприм-банда, я надеюсь, вы готовы. У нас уже на часах 3 часа ночи, ровно 3 часа ночи. Мы прям сейчас уже можем звонить в ад, господи. Окей, нужно просто взять это сделать. Окей, я набираю ад. Смотрите, после того я больше никуда не звонил с этого телефона. Набираю ад, 1, 2, 3. Звоним и пусть нажимает. Я успел, да, вот видеозвонок.
Кто это вообще? Обидно. Что? Нужно какое-то темное место. Сутбокс очень сильно ярко светит. Вы видите это? Банда, вы видите то же самое, что и я? Эй! Ты меня слышишь? Hello? Что он делает? Господи, что? Что это вообще значит? Он куда-то встал и ушел, смотрите! Это что? Это дьявол? Или что? Господи, вы вглядитесь! Помехи, что-то странное происходит! Это же реальный дьявол! Что он делает? Что с ним? Он вообще в порядке? Он опять куда-то встал и ушел. Смотрите, он реально встал. Что с его рукой? Вы видели это? Это... Он вернулся. Ему плохо. Эй, hello, hello. Yo, listen me. Hello, I... What the fuck? Это какой-то другой дьявол уже пришел, вы видите? Господи, их там несколько. Это демоны ада. Что это вообще значит? Он бьет камеру, смотрите. Что это вообще может значить? Смотрите, реально звонок просто выключился и все! Что? Как? Как это вообще происходит? В смысле? Мы только что позвонили в реальный ад. И сейчас 3 часа, ну 4 минуты. Мы ровно 3 минуты общались с адом. Я не знаю, наверное, нужно еще как-то набрать ад. Мне реально становится не по себе, когда я это вижу. Это реально работает. Мы реально дозвонились в ад 3 часа ночи. Я не верю в это, как? Окей, я хочу еще раз это увидеть. Не знаю, как вы, банда, но мне стало реально интересно. Шестерки, раз, два, три, опять набираю. Так, быстро, быстро. Он опять взял трубку, смотрите. Ладно, вы это видите? Что там? Он на меня рычит. Это реально демон. Я не знаю, ли он меня слышит, но он точно нас не видит, потому что вебки нету. Слышите, он что-то говорит, я не понимаю, что он просто рычит. Я просто не понимаю, эй, ты меня слышишь или нет? Не рычи на меня, мне страшно. Смотрите, что он делает, вы видели? Он показывал свои руки. Они какие-то в ожогах, это реальный демон. Что вообще значит? Он встал, куда-то ушел и начал кричать. Смотрите, руки, он показывает опять руки. Видите? Вы это видели? Чёрт, это все значит? Я не понимаю. Нет, все, как это сбросить? Я просто спрашиваю. 3:06, мы реально дозвонились в ад через видеозвонок. Черт, такого никто никогда раньше не делал. 3 часа ночи через старый телефон, да исторический телефон. Мы дозвонились в ад. Я просто в это не верю. Я, если мне теперь что-то за это будет. Надеюсь, они не будут проходить ко мне домой и что-то со мной делать. Мою мать, это был реальный демон. Демон из ада! Я не могу поверить просто своим глазам, я видел только что демона из ада! Окей, банда, я просто не могу передать свои эмоции, мы реально только что дозвонились в ад! 3:07, 3 часа и 7 минут, 3 часа ночи, мы позвонили в ад, и мы дозвонились, мы увидели настоящего демона, причем двоих! Суприм банда, мы просто делаем историю, такого раньше никто не делал. В крайнем случае, я такого не видел, чтобы кто-то дозвонился в вас, самому дьяволу. Окей, банда, это просто не передать словами, я в нереальном шоке. Это был реальный ад. Мы дозвонили через видеозвонок, вот, дьяволу, самому дьяволу, повелителю ада. А что будет, если позвонить в рай?
Самый настоящий рай. Окей, Supreme Банда, давайте на этом видео наберем 3000 лайков, и я позвоню в рай. И будем снова звонить через видеозвонок и посмотрим, что у нас этого получится. Возможно, мы увидим самого Бога. Окей, Supreme Банда, вот комменты из прошлого видео. Господи, вы какие они шикарные. Просто идеальнейшие комментарии. Я просто обнимаю все комментарии. Раз, два, три. Окей, бандита, если вдруг ты хочешь посмотреть следующее видео, то всего то, что тебе нужно, это нажми на лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже в следующем видео. Вот такой просит, блядь, ко мне видео, лайк, колокол, коммент, ты уже в следующем видео. Бандай на это все. Оставайся таким шикарным. Пока!